Скажите, пожалуйста, а вы любите смотреть фильмы в кинотеатре на большом-большом экране? Да! Вот давайте, ребята, представим себе, что мы сейчас находимся с вами в настоящем кинотеатре. Как будто бы мы находимся в кинотеатре, в зале темно. Итак, все представили? Чтобы нам казалось, что на самом деле темно, давайте, ребята, закроем глаза ладонью. Закрыли? Да. Темно? Да. И... Открываем глазки, смотрим на экран и читаем название кинофильма. Например, «Дети капитана Гранта» по роману французского писателя Жюля Верна. Киностудия «Мосфильм», 1936 год. На экране появились первые кадры, титры, и прозвучали грозные аккорды увертюры. То есть вступление, да? Да. Дальше мы читаем с вами, ребята, название кинофильма мы уже прочитали. Смотрим на экран дальше и читаем. Фамилию сценариста, режиссера, оператора. Композитор Исаак Осипович Дунаевский. Ребята, композитор Исаак Осипович Дунаевский – это один из первых композиторов, который сочинял музыку для кино. А вот и первые кадры. Плывущий в океане корабль. Акула! – кричит матрос. Эти кадры сопровождают музыка, взволнованная, устремленная вдаль. Она с первых мгновений захватывает нас с вами и уносит в мир, в котором возможно все. В мир кино! Исаак Осипович Дунаевский передал точное настроение картины и создал настоящий музыкальный шедевр. И тогда музыка, ребята, в мире кино стала жить своей самостоятельной жизнью. Вы, может быть, и не все видели фильм «Дети капитана Гранта» 1936 года, но песню про капитана из этого фильма вы все знаете наверняка. Представьте, мы в студии звукозаписи. Фильм снят. Теперь начинается процесс озвучивания. Нам нужно записать звуки, то есть шумовые эффекты и музыку. Давайте изобразим морской прибой. Крик чаек. И гудок парохода. А теперь записываем песню из фильма «Дети капитана Гранта». Вот песня.
поем. Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, сколько стены покоряют моря. Капитан, капитан, подтянитесь, год, ребята, это год рождения синематографа. А может быть, кинематографа? Можно сказать еще проще. Год рождения кино. Изначально словом синематограф называли специальный аппарат, при помощи которого рисунки приходили в движение. Этот аппарат был изобретен и запатентован во Франции знаменитыми братьями Люмьер. Отсюда и название такое французское – синематограф. Так это одно и то же. Да, так вот при помощи этого самого синематографа фотография ожила. Люди стали в кадре двигаться в ускоренном темпе, и даже было видно, как поезд приезжал на станцию. Но раньше, к сожалению, не было слышно ни единого звука. Слышно было лишь, как работает кинопроектор, да? Кино что было немым? Да, изначально кино было немым. Еще, ребята, его называют «великий немой». Не было звука, а значит и не было такого понятия, о котором мы сейчас говорим, саундтрек. Великий немой, но как можно смотреть кино без музыки и вообще без звука? На самом деле музыка была. Она от начала и до конца сопровождала весь киносеанс. Музыку исполнял топер. А кто такой топер? Топер, ребята, это музыкант. Чаще всего был пианист. Игрой на своем музыкальном инструменте он изображал все, что происходило на экране. И даже, ребята, изображал шумы. Вот, например, чтобы изобразить и озвучить падение какого-нибудь предмета, он со всей силы бил по своему инструменту. Например, чтобы изобразить звук шагов, он топал ногами, и даже, ребята, он свистел для того, чтобы изобразить, как в фильме поют птицы. А то, о чем говорят главные герои, зритель мог только лишь прочитать с экрана. Если, конечно же, умел читать. Но мы-то с вами умеем? Да! А сейчас, ребята, давайте представим, что мы с вами находимся на настоящих съемках. На съемках немого кино про красную шапочку. А топером на этих съемках будет наш инструментальный ансамбль. Спустя 90 лет появился первый в истории звуковой фильм. Первая в истории кино синхронная реплика звучала именно так. Подождите минуточку, вы еще ничего не слышали. Скажите, пожалуйста, а что такое синхронная реплика? Сейчас объясню. Я произнесу фразу «музыка в главной роли». Но произнесу эту фразу без голоса, без звука, вот так. Ты произнесешь эту же самую фразу, но уже с голосом, да, со звуком, точно попадая в движение моих губ. Попробуем? Хорошо. Поехали. Музыка главной роли. А теперь давай попробуем наоборот. Давай. Поехали. Музыка в главной роли. У нас тут
получилась с тобой настоящая синхронная реплика. А теперь давайте вспомним кадры из фильма про Красную Шапочку. Это когда Красная Шапочка бежит в припрыжку, весело напевая и размахивая корзиночкой? Да, но для того, чтобы записать следующий трек, нам необходимо, ребята, добавить звуки природы, звуки леса. Поют птицы. Стучит дятел. И по всему лесу разносится громкое эхо. Эхо. Какое здесь эхо? Дождя из фильма, снятого по роману сказки Николая Носова «Незнайка в нашем городе». Итак, давайте представим солнечный город коротышек, и вдруг набежали черные мрачные тучи, прогремел гром и пошел проливной дождь. Доктор Филюхин утверждал, плохая погода закаляет такие организмы коротышек. А поэт Светик любил забраться в проливной дождь на чердак, улечься там на сухих листьях и слушать, как капли дождя стучат по крыше. На душе становится так хорошо, что хочется сочинять стихи. От последней упавшей капли, от последней упавшей капли, вспыхнет рано другой.
происходит все стремительно. За считанные секунды теплый летний дождь сменяет картина заснеженного леса. Ребята, вы бывали когда-нибудь в зимнем лесу? Холодно, белым-бело. Хочется укутаться потеплее. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красное? Тепло, батюшка. Ребята, из какого фильма эти слова? Морозко! Правильно, из фильма «Морозко» великого режиссера Александра Роу. Морозко посадил Настеньку в сани и укутал ее потеплее. А сейчас, ребята, мы с вами запишем саундтрек к фильму «Морозко». Итак, зазвенели бубенцы, засокали копыта, и помчалась тройка лошадей. Ребята, на крайний север, где живет печальная рыба солнца. А еще, ребята, там живет медвежонок Унка со своей мамой. Помните мультфильм про Унку? Подождите, мы с вами говорили о кино. При чем здесь мультфильм? А при том, что мультипликация, а ее еще по-другому ребята называют анимация, это большая часть кинематографа. А ты знаешь, когда появился первый мультфильм? Да, первый мультфильм, ребята, появился в 1877 году. Французский изобретатель Эмиль Рено сконструировал специальный аппарат, при помощи которого рисунки приходили в движение. Так значит, анимация появилась раньше синематографа на 18 лет и тоже во Франции? Именно так. Но изобретение кинематографа настолько затмило изобретение Эмиля Рено, что он разозлился, расстроился, разбил свой аппарат и утопил его в реке Сене. Очень жаль. А первый в мире мультфильм был снят именно в России, чуть более 100 лет назад. А его создатель, ребята, Владислав Старевич, он первым в качестве главных героев фильма снял живых и настоящих пауков, тараканов и даже бабочек. Прости, я тебя немного отвлекла. Мы говорили про белого медвежонка Унку, про крайний север, где в море живет печальная рыба солнце. Завывает вьюга, грустит под ногами снег, а в берлоге тепло. Пышка.
улыбка может согреть в самую сильную стужу и в самый лютый мороз. А есть музыка, которая может развеселить? Конечно, есть даже целый мультфильм. Как-то ребята режиссер Александр Татарский решил снять пластилиновый мультфильм по стихотворению Эдуарда Успенского. Того самого, который сочинил историю про Чебурашку и крокодила Гену? Да, именно так. Так вот, рассказчик хочет рассказать басню Ивана Андреевича Крылова «Ворона и лисица». Но забывает сюжет и пытается вспомнить его по ходу всего своего рассказа. А песню, ребята, которую написал к этому мультфильму композитор Гладков, изначально должна была звучать именно так. А может быть, ворон? А может быть, собака? А может быть, корова? Ну что ж, хорошо. Песню записали, но она оказалась длиннее самого мультфильма почти в половину. И как же быть? Может быть, не петь про дворников, про корову и еще про кого-нибудь? Так будет неинтересно. Может быть, не петь па-па-ра-па-ра-па-па? А так будет скучновато. Тогда не знаю. И вдруг, совершенно случайно, режиссер увидел, как реставратор монтирует какую-то старую граммофонную запись. Он то замедляет, а то наоборот ускоряет ее звучание. Это то, что нам нужно. И тогда режиссер попросил ускорить песню для того, чтобы она помещалась в кадры, чтобы размер мультфильма и размер песни совпадали, чтобы их размер был одинаков. И вот, ребята, что получилось. Нас помнит вороне. А может быть, собаки? Персонажей совсем из другого мультфильма, из фильма про бременских музыкантов. А знаешь ли ты о том, что практически всех персонажей в этом фильме озвучивал один единственный человек, актер Олег Анофриев? Нет, этого не может быть. Разве один человек способен петь такими разными голосами? Вот я, например, могла бы озвучить только принцессу. Ничего!
прекрасно. А вот Олег Конопрев способен. Он обладает таким редким даром и талантом петь и разговаривать совершенно разными голосами. Он озвучивал героев не только в мультфильме про бременских музыкантов. Он пел и голосом ребенка, он пел и голосом черепахи. Он пел и разговаривал голосами героев разных-разных мультфильмов. А сейчас мы предлагаем вам вспомнить замечательные песни, записанные актером Олегом Анофриевым. Большую, так сказать, угадаечку. Мы сейчас будем произносить небольшие фразы или отрывки из разных мультфильмов, которые вы должны угадать. Итак, начнем. Первая фраза. Сейчас ты увидишь самое лучшее в мире привидение с мотором. Дикое, но симпатичное. Пожалуйста. Правильно, это Карлсон. А сейчас, ребята, прозвучит музыкальный отрывок. А из какого мультфильма? Вы, после того, как послушаете, нам скажете. Готовы? Да! А вы готовы? Да! Поехали! Молодцы. Ну что ж, следующий отрывок. Поехали.
Держите мои подковы. Сейчас такого. Уже не поют. Ловите ритм. Поехали. Абсолютно все. Музыка в мире кино помогает свершиться этому волшебству. Зазвенел лучей и слышу, как трещит на речке лед, и как медь с промокшей крыши нам за шиворот течет. Речка разлилась напрасно, и друзей не разлучить, но вместе нам не страшно, даже ноги все вместе поем. Демонстрировали артисты Саратовской областной филармонии имени Шнитке. Лауреаты всероссийских и международных конкурсов, ансамбль русских народных инструментов «Парафраз». Добрая малая Анастасия Бабаева. Добрая малая Дарья Сашина. Добрая Аль Павел Сидоров. Аям Евгений Разжиев. Балалайка, секунда, дождик, треугольник и кинопроектор Лидия Савельева. Балалайка, контрабас Алексей Башлаков. Солистка филармонии Анна Волоченко. Солистка филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов Сергей Копчик. Спасибо большое, Яна, спасибо большое, родители. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Давайте скажем по моей руке спасибо. Спасибо. Спасибо.